По поручению Генеральной прокуратуры во всех регионах Беларуси проверят безопасность аттракционов, игрового надувного оборудования, состояние детских площадок и парков развлечений. Обратят внимание специалисты и на готовность к лету оздоровительных лагерей. К 2023-му в Могилевской области планируют запустить новый газопровод высокого давления. Он свяжет станции Бобруйск и Ясень, что позволит повысить надежность газоснабжения потребителей города и района. А это около 200 промышленных предприятий и более 97 тысяч домов. В Могилевской области Красный Крест продолжает оказывать поддержку прибывшим из Украины. По-прежнему осуществляется сбор продуктов питания, крупы, консервы, растительное масло, мука, плюс средства гигиены, одежда и обувь. За помощью уже обратились 137 человек. В Бобруйске с 17 по 19 мая в связи с проведением испытаний и ремонта теплотрасс будет отключена горячая вода некоторым потребителям. Это затронет районы от Сикорского до Интернациональной. Подробную информацию можно узнать на сайте Бобруйских тепловых сетей. Бобруйский краеведческий музей примет участие в международной акции «Ночь музеев». В программе «Блиц-квесты», интерактивные площадки, презентации, мастер-классы, квизы и выставки. Пройдет праздничный вечер 20 мая, начало 18:00.